Сегодня российское общество испытывает дефицит духовных скреп, милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи. Дефицит того, что всегда, во все времена, исторически делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. Президент России Владимир Путин. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это телевизионная программа «Скрепы» и я, ее ведущий Роман Балашов программа, в которой мы обсуждаем наиболее сложные и глубокие проблемы современного российского общества через призму вечных вопросов. Пытаемся разобраться и понять глубинные мотивы и причины происходящего. Господь верил нам, русским, великий спасительный талант православной веры, в которой спаслось множество людей. Этот талант мы приняли через апостолов Христовых. Этот талант неоцененный, попран многими русскими. И они ответят за него праведному судье во второе пришествие Господь будет требовать от всех нас отчета об употреблении талантов. Эти пророческие слова святого праведного Иоанна Кронштадтского напоминают всем нам о той ответственности и том великом даре, который мы получили в момент крещения Руси, когда вся наша земля, все народы ее населяющие получили от Бога самую высшую ценность, которую только может наследовать человек, православную веру. Почему же столько горечи мы слышим в словах великого праведника? Почему этот дар, этот талант был попран и растоптан, отринут многими из нас? Мы пережили страшный период нашей истории, когда отрицание Бога было возведено в ранг государственной политики, и любой верующий во Христа и славящий Его имя автоматически обрекал себя, своих родных и близких на преследование, заключение, а иногда и на саму смерть. Россия поставила над собой страшный эксперимент, эксперимент, имя которому ⁇ атеистическое, а точнее безбожное государство ⁇ где в полной мере воплотились пророческие слова Федора Михайловича Достоевского ⁇ если Бога нет, то все дозволено ⁇ Сейчас этот страшный этап нашей истории позади. Нам в полной мере и в полном объеме открыты те великие блага которая дарит человеку вера в Бога. И тем не менее мы видим, как очень многие люди лишают себя, своих родных и близких, своих детей, возможности получить этот спасительный дар. Совсем недавно улицы наших городов и сел были наполнены яркими и красивыми школьниками, празднующими свой последний звонок. Большинство из них прошло через испытание под названием «Единый государственный экзамен» и теперь готовятся к поступлению в различные учебные заведения. И каждый год тема образования в России становится предметом очень серьезных и глубоких дискуссий. Мы справедливо критикуем наше образование за то, что в результате механического перенесения модели единого государственного экзамена на российскую почву мы начали терять очень важную составляющую воспитательного процесса ⁇ умение самостоятельно мыслить, находить нестандартные варианты решения тех или иных задач. Слепо следуя западным моделям и методикам, мы за прошедшие 20 лет почти потеряли еще одну, может быть, самую важную задачу образования ⁇ воспитание нравственного человека. В прошлом году, обращаясь к преподавателям и студентам Сретенской семинарии, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл так обозначил эту проблему: совершенствование образования дело крайне необходимое, но образование само по себе нравственно безразлично. Поэтому, если мы делаем акцент только на образовании, мы допускаем ту же ошибку, что и наши деды в дореволюционной России. Уровень образования в дореволюционных академиях был чрезвычайно высок. Но когда наступили годы смуты, как много семинаристов к этой смуте присоединилось. Читая донесения, святейший правительствующий синод о том, как семинаристы восстали, убили ректора, требуют равенства, братства, свободы, хорошо понимаешь, что никакое образование не является гарантией духовного и умственного возрастания человека. Необходимо четко понимать, что слепо скопированная нами с Запада модель среднего и высшего образования ориентирована на решение задач, диаметрально противоположных нашим ценностям и нашим идеалам. Главной ее задачей на нынешнем этапе является формирование постиндустриального человека, лишенного права на собственные ценности и собственные идеалы. Все, что не вписывается в это прокрустово ложа, безжалостно отсекается. Причем этот процесс начинается буквально с детского сада. Те люди в Европе и Соединенных Штатах Америки, которые хотят жить по христианским законам и нормам, выдавливаются на обочину современного западного общества, где формируется новая социальная гетто. Попасть в это гетто очень просто. Для этого достаточно заявить о своих правах на открытое ношение креста, или запретить своим детям посещать уроки гендерного равенства или просто открыто заявить о своем несогласии с легализацией однополых браков. Россия оказалась одной из тех немногих стран, где этот глобальный эксперимент натолкнулся на мощное народное сопротивление. И именно поэтому нам всячески навязываются западные образовательные и культурные модели. Следуя этой парадигмой, мы лишаемся всего того, что сделало нас не просто великой страной, а самостоятельной и самодостаточной цивилизацией, имя которой русский мир, где главной основой выступает православная вера. Наше главное оружие в этой борьбе – наша вера. Вера, которая должна входить в нашу жизнь буквально с молоком матери, сопровождать весь период становления и взросления человека, быть составной и неотъемлемой частью всего дошкольного и школьного образования. В современном мире только верующий человек, опирающийся на Бога как на главную и неизменную ценность, может делать свободный и осознанный выбор. О необходимости возврата этих ценностей в систему нашего образования и воспитания очень ярко и образно сказал в 2014 году святейший патриарх Московский и все Руси Кирилл. Без идеи невозможно воспитать ребенка. Мать вкладывает идею в ребенка, когда говорит «так не поступай, ни правду не говори, не обижай эту девочку или этого мальчика». Это очень простые указания, которые ребенок впитывает с молоком матери, через любовь к матери, но тем самым формируется его личность, особенно в возрасте от 3 до 5 лет. Складывается система ценностей, вне которой воспитать ребенка нельзя. Именно поэтому мы должны отстаивать свои собственные ценности, которые вырастают из нашей духовной культурной традиции. Это и традиции православия, и традиции ислама для той части граждан, которые исповедуют эту религию. Идет борьба света с тьмой, духа с плотью. И именно поэтому весь наш народ и особенно наша православная интеллигенция должны стойко следовать напутствию нашего духовного пастыря, стоять твердо и спокойно, отстая нашу церковь и нашу веру. В этой борьбе с нами Бог, и поэтому мы выйдем из нее победителями. Храни вас Бог! И всего вам самого лучшего.